Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Приехали, думали ехать за люстрами в новую линию, но здесь вот на Красина в центре есть такой магазин, вот смотрите, видите, Люмен Люстры. И нам посоветовала, говорит, Лена, езжайте, тут цены сравнительно недорогие и выбор обалденный. Я когда зашла, ну вы знаете, тут такой выбор большущий, это просто и цены. Я смотрела в интернет-магазине заказать, но я смотрю, если, например, там с Китая, то там чуть, а есть российские интернет-магазины. Я посмотрела на их сайте, то доставка, если у нас килограмм с России стоит 1000 гривен, так мне тогда обойдется, мама, не горюй. Но здесь очень красиво. Нам нужно в прихожку и нужно в спальню люстр. То я вам скажу, что очень... Мне вот это, Саша, нравится в прихожку. Вот это красивое, правда? Вот это, да. Ну, да. Значит, пускай... Мне нравится. Вот ту спальню у нас, вот такую, видите, вот такую на 3 плафончика. Да, ну нормально, на 5 лампочек. Хорошо. А вас, скажите, по терминалу или только наличными? Ну, вообще по наличному, сейчас терминала нет. Вот это минус один, видите? Но зато скидку вам дадим нормальную. Ну да, это надо ехать, деньги с карточки снимать. Что, ну ладно. Через дорогу Приватбанк, ну я имею в виду идти, да. Давайте я вам камень покажу, а потом мы уже решим эти финансовые вопросы, мы сами решим. Вот. Знаете, что мне нравится в магазине? Идет группа. Дешевле и по возрастающей пошло. И идет вот, пошло. Вот такой, смотри, какой вот, Саша, 795. Ну, здесь как-то мне очень простенько это. А вот тут неплохой, да? Вот этот вот, посмотрите. Как раз под серое. Или сильно большое, как вы считаете? Он такой, как зальный. Чуть меньше надо, наверное. Может, все-таки вот такой лучше купить. Вот это вот, вот эта дулечка и закручена, симпатичная, правда? Вот оно для прихожки, мне кажется, оно больше подойдет. Только вроде для зала там сильно накручено. Вот это вот ничего. Ну, я вам сейчас идемте, я вам покажу. Тут бра целая куча. Вот такие настенные, ну потолочные. Прямо вот. Ну, хотите на стенку, хотите на куда. Целая куча бра. Вы можете подбирать в спальню. Вот. А вот смотри, нам надо взять так, может, какой-то бра вывесить. Надо там розетка хоть одно возле кровати повесить, Сань. Вот смотри, какое симпатичное бра. А вот это под это люстра, видишь, вот смотри, такой тюльпанчик, да? Оно точно такое, как туда. Вот такой тюльпанчик, то большое. Ну, пока Саша смотрит, идемте, я вам покажу, тут такая красота есть, ребят. Смотрите, сколько. Если бы у меня был такой большой двухэтажный дом и с лестницей с высокой, я бы купила вот это вот люстра. Ну, я не знаю, кто бы его мыл, но красиво. Как водопад. Как блестит все. Смотри, красиво. Всякие абажурчики, всякие стоечки, лампы, здесь все продается. Вентилятор даже есть. Вот идемте. А! Что? Ну вот ту снимайте точно, вот ту, что первую. Сейчас, пока мисс первую, вот ту, что я хочу. Смотрите, Саша, как всегда в магазине, все бьем. Вот здесь тоже, если у вас высокие потолки. Какие люстры красивые. Хрустальные. И не хрустальные, такие в таком, знаете, стиле. Я даже не знаю, как называется этот стиль. Но красиво вот так в зал. Очень красивые такие все. Вот такая наподобие у Лены. Такая вот. А вот смотрите, какая покрашенная. Ой, хрустали какие. Вот. Видите? Ну, я не знаю, я, если бы, честно говоря, то покупала, я даже не знаю, какую бы я купила себе люстру. О, смотрите, за 8 тысяч какие тюльпанчики. Вот это вот очень нежная, да? Вот, смотрите. Нежная такая. И хрусталь, знаю, он блестит, но его надо так мыть. Вот за 2400 такая. Это 2000 стоит. Это 900 он с ткани. Розовая есть. Вот это вот за 1985. Видите, какая люстра. За 3000 хрусталь есть. Сколько самая дорогая? Я не знаю. Наверное, вот 8000. А нет, 14 мы же с вами смотрели. Здесь у них напротив Приватбанк есть, то есть можно пойти снять деньги. Ну, с
Так, ладно, вы увидели тут какой выбор. Я не знаю, какую мне взять вторую. Первую эту мы взяли, а ее сняли. Она мне так понравилась, такая симпатичненькая. А вот в прихожку я не знаю, на чем остановиться, ребят. Вот честно, я не знаю. Мне вот это на син... Ой, это... Тоже мы в спальню свою взяли, в прихожку сейчас, я не знаю. Что-то не хочется такого большого. А вот это на нашей высоте, она потеряется там. Мне лично вот это нравится, неплохая дулька такая, да? Вот. Саша, как тебе вот эта дулька? Ну, она слабо светить будет. Слабо очень светить? Слабо. А что сильно, покажи мне, что сильно будет. Ну, вот это хорошо будет. Опять штук. Ну, мне она такая, как для зала, Саша. А может вот такую купить, вот эту, Саша, тебе не нравится она вот эта? Ну, здесь, знаешь, чем-то похоже на девайс на кухонный, вот там вверху. Ну, не знаю, мне... Ну, а что тебе нравится? Даже не знаю. Мне вот эти вот нравятся, неплохая, вот эта вот беленькая, смотри, на ней ничего лишнего нету. И вот эта вот неплохая, вот эта, Саша. Давай вот эту. Потому что это можно выбирать, ты сама знаешь. Ну да, 10 часов. Да. Ну давай вот эту тогда возьмем. Насколько она стоит? Это мне нравится. А? 789 гривен стоит, да? Ну, 5 лампочек. О, а что это такая? 5 лампочек. Такая дорога. А лампочки почем ты узнал? Ну, 100 гривен? До 40 гривен. А, 40 гривен. Я, честно говоря, не знаю. Сейчас у меня уже рука устала. Сейчас я еще посмотрю сама, что взять нам на эту. Я, честно говоря, не знаю, что в прихожку взять. Выбрали, ребят, смотрите, приоткрываю вам секретик. Да, да, я пойду. Лампочки вот такие вот экономные, видите, светодиодные. И точно такое же нам, спасибо, молодой человек подобрал нам бра такое возле кроватки повесим, чтобы, знаете, так, чтобы не искать ночью, не вставать. Раз, вот точно тоже в таком цвете. Оно подходит туда. Вот, вот видите, спасибо большое. И вот... Прихожку вот такой красивенький, да? 1357. Нежный такой. Угу. Сейчас еще раз. 243. Сейчас девушка считает. Лампочки тоже деньги стоят немаленькие. Сейчас пойду сниму. Рядом тут банк. С банкомата сниму денежку. Нет, она ушла с хозяином. Вот. Видите? Так, что-то мой муж не торговался, даже скидки ни копеечки не сделали. Ну, лампочки по цене, это по цене одного люстра получились. Сейчас я вам расскажу. Всем большое до свидания. Все, быстро, видите, придем, конечно, как эти побьются. Очень, видите, как хорошо. Прямо вот так вот молодой человек пошел, и говорит, я вам там сниму, ты с этого. Вот видите, какой вот светильничек этот, а мы поменяли плафончик. Так что... Культурно все. Смотрите, какие ротановые здесь столики есть. 1268 стоит стол. И 697 стоит... А! Так, все, до свидания. До свидания. Процветание вашему магазину. Приедем, конечно. Лавочки. Вот такой комплект, смотрите. 1120. А, нет, это стол. И по 697 креселка. Смотрите, какие. Но нам два мало, нам надо 4. У нас, как обычно, два человека не собирается. Но красиво. Повыбрасывайте тут весь металлолом и поставить это, да? Да, есть подарки, которые на день рождения можно покупать. Ой, дождь идет. А Санька, Санька там уже. А я буду сейчас мочиться под дождем. Вот, пожалуйста, ребята, опять дождь. Старая, это у нас тут досавовская школа была. Посмотрите, как Кременчук. Он, видите, он новый дом. Эти сравнительно новые дома. А дождь напускается, смотрите. Сейчас я быстро перебегу. Ребята, такой дождь лупил, вы не представляете. Мы еле забежали в сельпо, потому что люстра у нас есть. И Лена пригласила нас на борщ. Так что мы сейчас едем на борщ. Мы взяли вот пиво, взяли рыбки вот этой вот такой копченой, знаете. Сметанки до пива, масику, шоколадку и эту. И сейчас пойдем. На борщ мы сейчас едем, Санечек, с тобой. Видите, какой дождь. О, тут, смотри, а тут меньше стал, да? С трассы свернули, дворники не успевали. Стеной, прямо стеной. А мы сначала выгрузим люстра, чтобы не украли. А то, знаете, машина под двором. Ситуация дома и не дома.
выйти не можем. Так и успею дождь. А борща хочется ужасно, да, Сань? Лена еще сказала, уже позвонила, говорит, мы уже рассчитываемся на кассе, давай стал вареники варить. Она говорит, все, ставлю. Такого еще не было, ребята. Саша выскочил, схватил и хватать люстра. Я говорю, ты что, издеваешься? Так он заскочил в дом, а я сижу, я не могу выйти. Ребята, это просто караул. Лужи, смотрите, какие уже. Не видно, течет. Запотели стекла, она дыхала тут уже. Видите, что делается? Какой дождь. А дождь весенний, как и дождь осенний. Словно соткан из твоих сомнений. У меня нету сомнений, мне нужно выйти. А еще больше я хочу борща. Вот вам, пожалуйста. В плену сижу. В плену обстоятельств. Может, оно будет аж до ночи идти, до эфира. Карауль, карауль.